Друзья мои, всем большой привет! Для тех, кто не знает, меня зовут Светлана Завьялова, и это мой творческий канал, где я делюсь своими скрабами. И всем хочется пожелать летнего, настоящего летнего настроения. В связи с этим я добавила на свой стол декор из живых цветов, надеюсь, вам понравилось. Девчонки, сегодня будем делать вот такую обложку на паспорт, вернее, остановимся именно на декоре. Но вначале я хочу сделать такое небольшое отступление. Друзья, я к вам с необычным предложением. Сегодня я открываю, а можно даже сказать закрываю, свой клуб, так сказать, моих мастер-классов по скрабокингу. Почему закрываю? Ну, потому что клуб закрытый. Что это такое? В закрытом клубе я буду делиться своими секретами, наработками, идеями в направлении скрабокинг. Делиться и учить творить именно в моем стиле. То есть вот именно тем, кому нравится вот этот, кто чувствует мою вот эту нотку. Это не просто один платный мастер-класс, например, по альбому. Это целая копилка мастер-классов с неограниченным доступом к обучению. И новые видеоуроки будут добавляться постоянно. В основном вы сможете наблюдать за процессом создания моих альбомов. Альбомов или каких-то других мелочек. Туда из этим процессом вы сможете черпать для себя что-то новое, узнать секреты стиля, то, что свойственно именно мне. Но, разумеется, по каким-то интересным фишкам будут отсняты отдельные мастер-классы. Смотрите, закрытый клуб стартует сегодня, хотя это как бы не релиз, но он уже стартует сегодня по минимальной цене. И вы получите доступ уже вот сегодня к 3 мастер-классам по обложкам на паспорт. Вот такие обложки на паспорт уже есть в клубе от нуля, они полностью с озвучкой. То есть полностью я говорю, как и куда я каждый шнурочек продеваю. То есть очень интересно. И плюс еще вот это, который мы с месяца. Тут вот важная деталь. В этом же месяце я добавлю в него уже полный процесс создания и небольшие мастер-классы по вместительному альбому. Я думаю, что фото этого альбома вы сейчас видите на своих экранах. И цена, естественно, увеличится, да? И так будет каждый раз с добавлением каждого видео. Поэтому те, кто вот у кого есть в данной перспективе, вы думаете, кто действительно хочет поучиться у меня, то сегодня самое выгодное предложение, сегодня самая меньшая цена, которая когда-либо будет. Стоимость доступа в закрытый клуб сегодня стартует всего с 450 рублей. То есть, приобретая доступ в закрытый клуб сегодня по минимальной цене, делайте самое выгодное решение. Хочется приоткрыть тайну и все-таки скажу, что процесс создания альбома для своей младшей дочки, который я вот-вот уже начала, я также выложу в закрытый клуб. Альбом этот будет по мотивам альбомов «Кирочка» и «Анечка». Ссылки оставлю внизу, посмотрите. Потому что я знаю, по этим альбомам у меня очень часто просили мастер-классы. Что? Думаю, я дала вам пищу для размышления. Так что думайте, спрашивайте, пишите. А пока давайте отвлекемся и сделаем вот такой милый декор для обложки на паспорт. Такой вот зайчиком.
Девчонки, на самом деле ничего сложного. И смотрите, техника самой основы по созданию обложки на паспорт вы можете использовать любую. Я же сегодня остановилась именно на декоре. То есть буквально имея 3-4-5 каких-то вот элементов, можно сотворить вот такую. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что заходите ко мне в гости. Всем пока!